Смотрите, такая интересная вещь. Находимся в магазине, здесь висят объявления. Видите, снять квартиру. В общем, все есть. Вот, интересно. Thank you. Ага, закрывается. Слушай, здесь так жарко. Наоборот, почему-то жарче стало, да? Душно. А, наверное, душно вообще стало. Вот такой вот магазин, называется он у нас метро. Вот, метро. Называется. Находимся на острове Кипр. Вот взял себе такую водичку. Ну, кроме вот остальных этих всех вещей, сейчас я показывать не буду, сейчас просто хочу вот эту воду показать. Пеллегрино, Сан Пеллегрино называется. Итальянская водичка. Сейчас посмотрим, как она из себя. Вообще, люблю эти минеральные воды иногда открывать, проверять. Как человек, измученный ноздрями, смотреть, что из себя представляет очередная вода. К тому же, как говорится, пить боржоми никогда не поздно. Так, держи-ка. Открыть? Ага, да, она чуть-чуть разлась, все, открылась. Открыть? Все, да-да. Итальянский боржоми? Да, итальянский этот. Мне нравится. Вкусная вода, да. Это, конечно, не очелуки, но вода вкусная. Очень даже хорошая. Ну, не что, холодная только. Не холодная, да. Охладить, и все будет нормальным. Так, и стоит у нас эта вода, не помню, сколько? Евро? 1 евро, вот такая вот бутылка, здесь 75 этих литров. Ну, 0,75, в общем. Так, пока все. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Находимся на острове Кипр. Город называется... Ларнака. Ларнака.